Итак, самый быстрый способ — это краситель Mirror. Как он тут никак не хочет? Mirror Color. Капаем. Я сразу много никогда не капаю, всегда понемногу, чтобы посмотреть, насколько оттенок пойдет. Так, ну вот смотрите, если капаем телесный краситель, вот получаем сразу хороший телесный цвет. Вот он мне очень нравится, потому что получается в нем сразу и розовенький, и телесный, как бы все такое гармоничный очень цвет. Очень приятно с ним работать. Ну и, конечно, чем больше капаем, тем наш цвет... Ай, ладно, потом достану. Тем наш цвет получается намного темнее, да? То есть надо еще более плотный цвет. Еще можно капнуть. Больше не буду. Получился у нас такой вот кусочек телесной мастики. Теперь сделаем мастику сами при помощи гелевых красителей. Я буду использовать, как всегда, краситель Super Red от AmeriColor и краситель Слоновая кость Ivory цвет. И что мы делаем теперь? Сразу можно смело капать коричневый. Вот он тоже вроде как бы цвет должен быть сразу телесный. Но, к сожалению, цвет не такой, как здесь в Mirror Color. Цвет отличается. Он такой более холодный получается. Вот в Mirror Color цвет теплый. А здесь получается у нас цвет более такой... более холодный. То есть видите, вот даже вот разница. Какой теплый здесь цвет и какой здесь холодный. И вот теперь... чтобы наш цвет стал теплым, нам понадобится красный. Но красного нам понадобится совсем немного. То есть, ну, это реально капелька. Вот берем, я всегда беру, и вот так понемножку, совсем, или зубочисточкой, понемногу добавляю красный цвет. Тем самым мы делаем его более тепленьким. Дальше смотрим. Нравится нам цвет или не нравится. То есть хотим, можно еще более тепленьким сделать. Еще чуть-чуть покаплю. Но вы видите, то есть это просто микро какой-то красный. Смотрите. Видите, цвет уже теплый. Они уже довольно-таки похожи. Но вот этот более коричневый, поэтому я в него добавлю тоже здесь немножко коричневого, но уже по чуть-чуть. То есть уже не смело капаю, а понемногу. Итак, вот смотрите,
получился у меня цвет телесный при помощи красителей AmeriColor. Да, вот. И вот то, что у меня получилось при помощи Мир Color гель. Вот еще раз покажу. Вот цвет телесный. Блин, как-то резкости вообще нет. О. Вот такой вот цвет телесный. Мне кажется, данный способ намного быстрее, намного проще, особенно для новичков. Капаешь и все. У тебя счастье. Точно красного не переложишь. Точно коричневого не перельешь. У меня первое время вообще была ужасная проблема. Мне было очень тяжело добиться нужного оттенка. Сейчас уже проще. Все, вот раз. Ну, как бы уже я наловчилась. Ну, конечно, данный способ вообще красота. Надеюсь, я очень надеюсь. Я еще раз поставлю это для Сереньки. Блин, не знаю, чтобы он... сделал вам вот так вот еще, как не знаю, показать вам, какие у нас оттенки получаются, да, то есть чтобы Сереня нам смонтировал этот видос и мы закрыли эту тему, потому что постоянно один и тот же вопрос: как сделать телесный цвет, как вы делаете телесный цвет, какой мастику вы покупаете телесного цвета. То есть надеюсь, после этого видео все это закроется. Кстати, еще как вариант, вы можете взять кусочек белой мастики, взять кусочек коричневой мастики, взять кусочек красной мастики и вмешать в белую мастику, точно так же добиться нужного оттенка. Даже вот сейчас еще раз, еще один способ номер три, потому что я знаю, что опять скажут, в каких пропорциях. Последний способ. Берем белую мастику. Берем коричневую мастику. Берем красную мастику. Добавляю сразу в нее. Добавляю в нее сразу коричневый. Вымешиваем опять же. Вот это у меня кусочек получается сейчас 53 грамма, но еще коричневого надо. Сколько тут? Вот 0,7. Ну, где-то, наверное, я уже грамма полтора точно сюда запулила. И добавляем красного. Красного опять чуть-чуть. Сколько тут у меня? Чтобы знать. 0,16. Потом запишите, сколько грамм. Красного. Ну вот я вижу, что оттеночек, ну вот как по мне, получился такой холодноватый. Но и красного тоже больше добавить сюда нельзя, потому что... потому что уже достаточно, даже смотрите, очень приближенный тоже к телесному цвету. Вот это у нас из кусочков. То есть где-то 1,5 грамма коричневого ушло. Насколько я там говорила кусочек, уж я не помню. То есть это вот, опять же, смотрите, более темный, более такой... загорелый, я бы сказала, цвет. Это у нас вот из кусочков получился. И все. Вот видите, самый светлый потемней, потемней. Все зависит от того, какой оттенок у коричневого. То есть, чем оттенок более насыщенный, тем цвет более холодный у вас получится. Даже иногда, может, в каких-то случаях можно добавить капельку желтенького, чтобы коричневый сделать более теплым. Ну, надеюсь, вот все понятно теперь будет. То есть, если что, можно добавить сюда белого, он станет более светлым, вот таким, как вот с AmeriColor цветов у нас получилось. То есть, это
ничего страшного. Я говорю, ну и или можно это еще добавить капельку буквально желтенького. Тогда будет цвет более такой светлый. Ну, такой способ мне нравится, когда надо загорелого сделать человека. Потому что вот с этих оттенков они будут желтоватыми, какими-то не такими. Вот, смотрите, видите, добавили немножко беленького. Вот он уже более к этому. Ну и так далее. То есть, сильно темный получился, добавляем белого. Все. Надеюсь. Я сейчас еще раз, опять же, для Сержика поставлю. Телесный мир колор. Амери колор. И цвет айвори. И вот, когда мы добавляем с кусочка. Вот у нас три разных оттенка.